Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Надежда. Ну и так, что вам сказать? Давно, очень давно у меня на канале не было приготовления тортика, а именно его украшения. Как приготовить бисквит у меня есть на канале, как приготовить крем у меня есть на канале, как приготовить ганаш у меня также есть, все видеоролики на канале. А в этот раз самое легкое, самое простое украшение тортика. Поехали! Украшать тортик будем самым простым кремом. Кремом ганаш. Как приготовить ганаш, есть видео у меня на канале. Поэтому, дорогие друзья, смотрим видео, ищем у меня на канале, где-то есть, где-то оно есть. В общем, приготовление ганаша. Вот в данный момент у меня ганаш белый. Основу покроем белым цветом, а потом мы ганаш покрасим в два цвета. Каких два, еще пока не знаю. Немножечко попозже. Для начала достанем наш бисквит из формы. Достаем тортик наш из формы, наш и ваш тоже. Можете за мной повторить. Так, ровненький, красивенький. Берем сейчас шпателек и снимаем излишки крема. Теперь берем наш и ваш, у кого есть какой, ганаш, и выравниваем первый слой. Вот первый слой какой-никакой, получается, закрыли крошку. Отправляем в холодильник, чтобы наш ганаш подстыл и можно было его сгладить.
пока ганаш подстывает здесь, этот ганаш красим в два цвета. Так как тортик мы делаем на день рождения мальчику, поэтому мне ничто не оставалось, как сделать два цвета, желтый и зеленый. Красители у меня вот такие вот. Не знаю, что за фирма, честно вам сказать. Ну, в общем, гелевые красители мне нравятся намного больше, нежели сухие красители. Итак, приступим к чего? Обтягиванию, ну, в общем, выравниванию ганашом тортик. Стоял уже. Ничего, мягенький. Thank you.
такой вот, друзья, получился у меня тортик на день рождения племяннику. Данику 6 лет. Happy birthday. Чего тут? Биртинг. Не знаю, что это по-английски. Переведите. Ну, значит, с днем рождения тебя, видимо, да? В общем, здесь у нас трактор. С Крепышом, или кто это тут у нас? Из мультика «Щенячий патруль». Мальчишка любит этот мультик. Поэтому у нас здесь стоит игрушка. Ее можно снять, помыть и играться с ней. Усыпана конфетками. Skittles. Кремом написано. Кремом, ганашом украшено. Ганашом написано. Ну и свечки. Вот такой вот простой вот тортик, дорогие друзья, у меня сегодня получился.